Сережа, привет. Привет. Сегодня мы с тобой расскажем сказку «Три цифры». Да. Какие у нас там будут персонажи? Кто это? Лука. А еще кто будет? Медведь. Кто это? Медведь. Медведь. А еще Пять. Кто? Медведь. Пить. А кто еще будет? Заяц. Заяц. Ага. А у тебя еще внизу циферки стоят. Это какая цифра у тебя? 9 это цифра. А последняя цифра? 10. 10. Все правильно. Ну что, будем рассказывать сказку? Да. Сказка «Три цифры». Однажды пошел Мишка Косолапый в школу. Подошел к озеру, сел на берег и нечаянно уронил цифру 1 в воду. Сидит он и плачет. Вдруг из воды выходит лягушка и спрашивает: «Что, медведь, плачешь?» «Цифру 1 утопил». Ушла лягушка в воду и через недолгое время приносит медведю цифру 2 и спрашивает: «Твоя цифра?» «Нет», — отвечает медведь, — «не моя». Лягушка снова ушла в воду и снова приносит ему цифру, теперь 3, и спрашивает: «Твоя цифра?» «Нет», — отвечает медведь, — «не моя». Третий раз лягушка выносит Мишке его собственную цифру и спрашивает: «Твоя цифра 1?» «Моя, моя!» Тогда лягушка подарила Мишке все 3 цифры. И пошел медведь домой с радостью. Пришел он домой и рассказал всем зверям. Тогда одному жадному зайцу тоже захотело получить 3 цифры. Пришел он к озеру и бросил цифру 1. Сидит и горюет. Выходит из воды лягушка и спрашивает: «Чего ты горюешь?» «Да вот, цифру уронил». Ушла лягушка, через недолгое время приносит ему цифру 2 и спрашивает: «Твоя цифра?» «Моя, моя!» – закричал зайчик. А лягушка ушла с цифрой и больше не вышла из воды. Так какой? Жадный заяц и остался без цифр. С какой? Что с какой? Цифры. Все забрал лягушка цифры, а заяц остался без цифр. А почему? Это же такая сказка. В этой сказочке конец. Но конец тоже...